Всем привет! Давайте в этом видео научимся, как делать паттерн ткани для нашей модели, для наших шмоток, вещей всяких. Как это будем делать? Приблизительно также создадим альфу, как и в прошлом видео, только другая чуть система. Давайте ее изучим. Давайте откроем опять же куб. Вытянем его, нажмем Edit. Уже можно и не говорить, что нажимаю, если кто видел прошлые все видео. Ну, давайте буду повторяться. Нажимаем Make Polymesh, конвертируем его. И давайте теперь придадим ему нужный нам вид с помощью кнопки Move. Опять вытягиваем. Вот так вот давайте сделаем уже. Давайте опять выровняем ее. И давайте тут теперь уменьшим вот так вот. Отключим мов. Давайте вот так поставим. Вот. Вот такая моделька у нас получилась. Что будем делать дальше? Заходим в саптулы, дублируем саптул и с помощью клавиши Move перетягиваем его. Вот так. Потом делаем еще один дубликат и опять перетягиваем. Давайте добавим четвертый. Дублируем и опять ставим так, как нам его надо. Вот что у нас получилось. Теперь давайте объединим вот эти все саптулы в один. Так, теперь давайте нажмем вот эту клавишу Merge. Запоминайте, вот она под сплит в саптулах. И нажмем Merge Down. Жмем ОК. Вот мы объединили один саптул. Давайте еще раз так нажмем ОК. И ОК. Наши саптулы объединены. Давайте теперь нажмем дубликат. И включим ротацию. Нажмем Shift. И вот так вот развернем и с помощью клавиши Move вот так вот ее поставим. Опять ротацию и немножко подкорректируем. В принципе, вот что у нас получилось. Теперь нам надо это дело обработать скульптурно, ну, типа как лепку. Давайте сейчас покажу, как это. Так, давайте откроем вот эту вот кисть Move Topology. Поставим Draw Size побольше. И давайте немножко ее поскульптим. Так. Вот что-то вот такое у нас получилось, примитивное. Но сейчас посмотрим, что можно с этим сделать. Давайте вот так и скорректируем еще. Давайте теперь, как и в прошлом видео создания альфы, посмотрим, что можно здесь делать.
Нажимаем документ, отключаем Pro, ставим 512 опять на 512. И жмем Resize. Жмем Да. Вытягиваем наш паттерн. Включаем Edit. Жмем Ctrl-N. Теперь опять поработаем над фоном. Вот это вот рабочим фоном. Включим документ. Уменьшим полностью интенсивность его. Вот так вот. Сделаем черным. Теперь давайте вытянем наш паттерн. Вот так мы его установим. И теперь давайте зайдем в альфу, нажмем GrabDoc. Вот появилась у нас альфа, и давайте ее сохраним. Экспорт жмем. Называем текстура. И жмем сохранить. Все, это у нас модель сохранена. И давайте опять на примере Арнольда, вот такой вот модели, вот посмотрим, где ему можно сделать паттерн. Вот так приблизим немножко, поставим кисть, можно поменьше, интенсивность давайте уменьшим. Так вот чуть прибавим. Зайдем в альфу. Mid Valley прибавим. Вот эту прибавим и вот эту. И посмотрим, как работает наша альфа. Вот такую текстуру она дает нам. Это она углубляет. Давайте я покрупнее поставлю. Вот. Вот такую текстуру можно делать вещей. Очистим поверхность. И давайте уменьшим количество звеньев. Так, это сюда. Это уменьшим до одного. Можно, кстати, ставить и больше вот этих вот звеньев. Вот, tiles. Тогда нужно будет ставить большой drive size. И вот такая вот текстура у нас будет выходить. Сейчас переключусь на другой материал. Вот такая текстурка выходит. Уменьшить можно. Как будто мешковина, или вот если текстуру еще лучше сделать, здесь вот поиграться с полосками, то можно, словом, экспериментируйте. Как можно с этим работать?
Вот что-то такое получается. Потом это можно загладить кое-где. И получится вот что-то в этом духе, как складки. Шершавость. Все, всем пока. До свидания.